Сейчас бы мне просто вообще пиво перестать пить вообще полностью, чтобы постепенно вес снижался, чтобы легче было работать на ногах. Сейчас вес примерно 79 килограмм. От пива живот растет. А если еще пробежки делать, причем быстрые, быстро бежать на короткую дистанцию, на относительно короткую дистанцию, то вообще будет эффект, что еще быстрее сброшу вес. Я все думаю купить специальную такую камеру на лоб, чтобы снимать процесс, когда я работаю. GoPro или как она называется. Не, вот эти сигареты Chesterfield синие, плохие сигареты. Кисенька во двор забежала. Надеюсь, найдет свой дом. Откуда она спрыгнула? С окна, наверное, первого этажа. Хотя сейчас холодно, зачем окна открывать? Непонятно, короче, как она на улице оказалась. Такая явно домашняя кошка, породистая, с голубыми глазами, с такой шерсткой. Не видать кисоньки. Может, она поохотится на голубей, выбежала. Да, если похудеть, еще и легче будет нагибаться, мусор собирать, подбирать. Там каждую бумажечку, каждый бычок нужно подбирать. А ты посмотри, сколько их тысяч валяются. Здесь что-то вообще не убирают. Еще буквально пару дней назад этот весь мусор был примерзший к земле, а сейчас оттаял, поэтому сейчас много работы.